Привет, мои хорошие! Сегодня 18 марта, неважно, вторник, среда, среда сегодня, и карантин. Я нахожусь дома, никуда не хожу, не выхожу. И вот я решила, как встала, заняться маской. Усиленно сейчас заниматься маской. И первая маска, которую я сделала, здесь, значит, один желток, значит, одна чайная ложка меда и две чайные ложки, так получилось у меня, оливкового масла. Так вот, сейчас я на влажные волосы их нанесу на час, шапочку одену, буду ходить. Так, сегодня у нас вот такая погода нехорошая. Что-то, знаете, похолодало, 11 градусов, включен кондиционер. Вот муж мой вчера сделал очень много закупок. Еле я разгребла, значит, сумочки. Сейчас я заварю чаек с утра. Сделал такие закупки. Два раза ходил. И рыбу принес разных видов, заморозил, положила в морозилку я. И куры, и полуфабрикаты, знаете, ну полуфабрикаты, это курочки с этим соусом на мангал приготовленные. Так, еще что он принес? И крупы разные принес, боже ты мой, и яйца принес. Вон, яйца я еще не разложила, посмотрите. Лукум-мукум принес, сейчас покажу вам наш холодильник полный, ну естественно принес. Вот куру, сегодня буду делать обед и праса. Так, значит, масло принес, видите, масло, сосиски набрал. Ашкин, короче, не на шутку испугался, мой Ашкин. И йогурт набрал, ну, вот у нас овощей полно, просто полно. Сейчас покажу вам нашу морозилку. Ой, Ашкин испугался, это точно. Посмотрите, полная морозилка у нас. Значит, рыбу двух видов, еще домашняя курица. Это раз. Так, а два. Вот, посмотрите. Видите? Это, кажется, что это? А, это джигер. Печень. Вот картошку такую принес, полуфабрикат. Вот. Мой муж что принес? Мангал. В общем, вы видите, полно всего принес. Я пошла делать маску. Вот, я много чего не разложила. И булгур принес, и муку такую принес. В общем, мы готовы. Туалетной бумаги полно купил. В общем, мои хорошие, пошла я делать маску. Не хочу себя показывать, чтобы вы меня не испугались с утра. У меня волосы стоят дыбом. Не хочу портить вам настроение. Ну, как я вам, мои хорошие, маску нанесла? Значит, на час ее подержу, на час шапочку одела. Значит, на влажные волосы. Надо наносить эту маску. Посмотрю, какой будет эффект. А сейчас я буду заниматься своими делами. Готовить себе грейпфруктовый сок. И Ашкему сейчас разбужу. И у меня сегодня в планах убрать одну из комнат. Занавески я постирала. Буду сегодня окна, стены, шкафы. Все, все пыль вытирать. Ну что, до встречи. Не прощаюсь. Сидим с Ашкемом. Карантинный завтрак. Слушаем ужасные новости. И вот такой завтрак кушаем в семейном кругу с Ашкимом. Икру он не кушает, мне больше достанется. Ашким, привет, скажи, Ашким. Привет, привет. Приятного аппетита. Мои лапули-лапатули после масочки. Волосы с трудом помыла после масла и еле-еле их высушила, если честно. В общем,
непонятно что, но щечки накрасила. Короче, надо же в порядке быть, хоть ты дома работаешь. Пойду сейчас Ашкему покажу, какие у меня красные щеки. А почему у меня такие красные щеки? Ой, блин, представляете? Ой, цирк, я цирк. Ну что, пошла я, короче, работать. Работать надо, друзья мои. Вот такой у меня турок муж помогает мне. Уборку мы делаем вместе. Onun üstüne perde takan tek insan sensin. Çok konuşacaklar bak kadınlar, göreceksin. Ne? Bence hiç çekme. Niye? Bunun üstüne perde takıyoruz. Böyle böyle lazım. Korkma. Konuşsun. Çok konuşacak. Короче, вот такой вот у меня турок. Помогает мне. Yardımcı yapıyor bana aşkım. Мы вместе убираем. Помыла люстру. Окошко помыла. Погода ужасная, но... А вот это вот фотография его сына, когда ему делали. Пашке, буне яптин эмриде суй? Сунет. Обрезание. И вот такие делают. Его был такой костюмчик у него. Смотрите, как у Халюси. На моего Ашкема похож. Вот так вот. Мои хорошие, я только села. Только села, потому что закончила я наконец-то уборку двух своих комнат. Одну для гостей, одну вот мой кабинет. И Ашкым, посмотрите, как помогает мой Ашкым. Ашкым! Короче, я его попросила там провод поменять в кондиционере. Там немножко красиво, чтобы его не было видно. А он его вообще снял и хочет подсоединить. Вот там на стенке есть. В общем, хочет так, беспроводно. Он мне такой работящий. Такой умница, все делает, мои хорошие. Так вот, Ашка, видите, комнату я убрала. Все, сейчас пол тут вытерла, сохнет. А, значит, у меня вот занавесочки и окна. Не видно, наверное, так хорошо. Занавесочки постиранные, все чистенькие висят. Мои иконочки здесь привела в порядок. В общем, мои хорошие. Вот так вот возится мой Ашкым. Видите, кондиционер будет что-то делать, непонятно. Сейчас покажу вам вторую комнату, как я так все сделала. Ну, а столько мне глажки, представляете? Столько глажки, наверное, загладить завтра буду, потому что надо обед готовить. И покажу вам, как я делаю вкуснятину турецкую. Так что... Вот так вот, такая комнатка у меня, чистенькая, аж самое приятное. Так, ну а это наша гостевая Наталья оставалась у нас. Я все почистила, поменяла, так что готова комната для других гостей. Все здесь, конечно, все почистила, повесила вот здесь вот картиночку такую свою. Ой, шкафчики почистила, тоже люстры, тут стеночки в некоторых местах. А это коробка Ашкым сейчас делает кондиционер и пользуется. Ну, тут тоже шкаф почистила, там убрала. Вся обувь чистая, кстати, вы не смотрите, я всегда перестирываю. И сейчас пускай она чуть-чуть посохнет. Так, ну что, пошла я готовить кушать. Буду сегодня готовить на ужин. Буду готовить на ужин праса по-турецки. Ждите моего рецепта. Я его поставлю попозже на канал, на мой плейлист «Готовим дома». Ну, а сегодня я покажу так его. В двух словах объясню и расскажу. Спонсор моего канала – онлайн-платформа «Гигос». Я пишу, тамам. Мои хорошие, сегодня на ужин я жарю вот такую картошечку. Вот такой салатик сделала. Вот здесь я, значит, жарю, посмотрите. Ой-ой-ой-ой. Попала. Значит, здесь я жарю праса по-турецки. Покажу вам. Смотрите, кстати, как его приготовить на моем канале. В плейлисте «Готовлю дома». Ну, не сегодня поставлю, а вот следующее видео будет это. Готовимся к ужину.
Мои хорошие, вот такой ужин я сегодня приготовила нам со Шкыму. Вот это праса по-турецки. Вот такая картошечка жареная. Четыр-четыр называют. Хрустит-хрустит. Салат такой сделала. Ну, естественно, йогурт. И в это праса добавляют, выжимают лимон. Делают, я раньше это делала в обед, но оно очень кислило. И поэтому я решила по вкусу, кто захочет, тот и добавить. Ну что, пошли мы кушать. Приятного аппетита. Пока-пока. Не забудьте подписаться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии. И подписывайтесь на мой инстаграм. Все вопросы в личку пишите туда. Мои хорошие, я вам просто рекомендую попробовать это праса. Так вкусно было. Ашкем, сын небо на бакаюрсу. Посмотрите на Ашкема, как он кушает. А Ашкем бенедын мы праса сама. Вы видите? За Да. две щеки уплетает. Очень вкусно. С лимоном накапать вообще. Очень вкусная еда. Во-первых, это полезно. Во-вторых, очень быстро это делается. Ну, наверное, может, полчаса мне это пошло все. Картошку там пожарить и это. В общем, кушайте. Завтра посмотрим, что я вам покажу, чем вас удивлю. Если вам нравятся такие влоги, как мы с Сашкой делаем, пишите, пожалуйста, в комментариях. И мы будем их делать постоянно. Нашу жизнь показывать на карантине. Пока.